ребята, наконец-то, кого же сегодня мы будем оценивать? Острова нашего подписчика I Love Зерномель. Я очень просил голоса. Да-да, подписчик говорит, да-да, у подписчика сегодня день рождения. Поэтому он такой веселый и шумливый сегодня. Так, ну, тут пока не очень много на Колизей песен. Ну, давай, развивай дальше. Ой, подписчик улег на подушечку. Ой, тут только лампочка мигает на острове песен. Композиции. Ваня, посмотри на меня, пожалуйста. Ваня, смотри, смотри, он туда тоже. Так, на острове золота есть эпический мамонт. Так, это здорово. И так, обычный, один стихийный, два, один двухстихийный и из балаляка. Пошли на остров Янтаря. Да, подписчик. Что? С днем рождения тебе, подписчик. На острове Янтаря пока еще никого нету. Активировано. Ну, ничего страшного. Будем ждать, когда ты активируешь янтарей своих. Так, ну а мы погнали смотреть остров растений. И здесь нас ожидает эпический карабас. 5. Бублин. О, тих. Простите, пожалуйста, у нас техническая неполадка. Обычный и эпический, редкий, еще не запомнил. Смотри, раз слоун, два слоун, три слоун, четыре. Да, и пять этих ужасов вижу. И эпическая скильпик, обычная скильпик есть. И детские легашечки. Ну, тут редкого карабаса заполняет, верно? Поэтому не очень много редких вижу. А, чего? Четыре сухобуш? Да. Ах, не умею. Классно, да? Миллиардер. Эпичный. Эпичный остров с эпичными этим. Поставим здесь. Погнали на холод. Хочу есть или здесь хочу. Так. Так, два стромбонина. Эпический сварливил. Куча тумпиков. Да, редкие тумпики. Четыре редких тумпиков. Слово неба. Редкая губка, редкий смычок. Классно. Классно. О, тут тоже два слова есть. Редкий. Как доктор подписал. Пациент. Обычная хула. Смотри, губка, какой скин. Классный новогодний. Это лопага. Ой, это лопага. Извините, пожалуйста. И лопага. А тебе не смешает вот это? Что? Лопага в пасхальном скине. Я же говорю, три лопаги, все три в разных скинах. Ты еще и глухой. Еще есть тут редкий. А там страва готов. Можно страву поставить. Так, тут тоже два слова у нас. Пальмух! Пальмух! Чистый пузайка. Значит, это уже лайк. Без вариантов. Губка редкий. Три губки редких. Два редких восьми губика. Ну классно, мне нравится. О, салют у нас заход. Как раз для подписчика. Так, тут тоже два слова на. Подписчик раз. Редкий жужук и обычная хула. Но ты любишь редкого жужука, поэтому ставим лайк, да? Да. А куда ты раковицу делал своих? Раковицы нет. Места нету, что ли? В гостинице что живет? Подписчик говорит, что да. Так. Редкий хуй-гаджу. Редкая дэнди-птица. Репетила в костюме. Извините, пожалуйста, он радуется, просто у него день рождения. Поэтому он такой крикун сегодня. Подписчик наш. А чего это ты тут не прокачал замок? У тебя 40-й левел, а тут замок что-то не прокачан. Ты куда бабочки все потратил? Мне кажется, ему просто не нравится этот остров. Я с ним что-то согласен. Ну да, он-то беспонтовый есть такое дело. Кроме тут такого...
Свет ему тоже. С ним тут тоже я согласен. Говно о нем. Походу все эти острова не особо тут. Ну да. Мне как раз эти острова не нравятся, я его одобряю. Псионика. Феи. А феи прикольные. Святое есть. Хиппити-хопперы есть, Ваня уже рад. Если так. Есть хиппити-хопперы, на всех можно Кости. Плюнуть. Тут только акулы. Давай развивай эти острова. Да нет, будут плюнуть акулы-то. Пустые такие. Классно. А тут только пустые. Мамонт в костюме, как у меня раньше был. Сезонная хижина, тут подсельщик. Обычные шансы давай отправим. А Юли нету. Давай скрытнику тоже отправляй туда. Выведи новый, отправь. Так, зато у него есть три шопы. Это заходи к нам в племя. Головастик. Да, по укулеле. Классно. Бумшикан. Редкий церебр, обычный церебр, редкий бум шоколад. О! Он еще вот закрылся. Смотри. Блин. Паук любит? Видимо, да, второй. Ну, это классно. Эфирный классный. За покурили, а добра. Так, тут тоже есть. Мимешка уже есть, тромбонин есть. Буджуп все ставы вот такой не хватает. А вот ставы как он как раз и вывел, да. Классно. Так, кстати, еще маги. Пусто. О, блин. И посмотрим остров твоего племени. Ты как-то хитро развиваешь острова. Какие-то у тебя сильно такие развиты, как растения, да, там? А, тут такие у них прикольные. Два диджи, риф, избалалист, помпон. Почти только четырех тихий. Нет, есть даже ударщик и пропивок. Нет, тут написано... Ксу. Ксу. У тебя остров растений классный. На нем даже пишется карабас есть. Все острова ничего тоже такие. Вода, там земля, холод, воздух. А почему-то начиная с этого огненного убежища тоже нормально. А с Алиса дальше у тебя почти ничего нету. И святилище магии ты не развиваешь. Напиши, пожалуйста, почему ты их не развиваешь? Тебе не нравятся эти острова? Почему ты не хочешь улучшать замки и выводить там новых монстриков? Будем ждать твоих комментариев. А так, конечно, твой остров растений классный. Очень классный. Но вы были на канале Сахалос. Не забывайте подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем пока-пока.